грозит до 8 лет лишения свободы за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Сотрудники ФСБ задержали жителя Гусь-Хрустального по подозрению в работе на спецслужбу Украины. Как сообщается, за деньги он должен был передавать информацию о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области. Федеральная служба безопасности распространила кадры задержания подозреваемого. Судя по оперативным кадрам, мужчина написал расписку. Она датируется 4 мая этого года. Кроме того, злоумышленник использовал псевдоним «Малой». Как следует из расписки, подозреваемый получил 10 тысяч рублей от представителей Украинской службы безопасности для подготовки к выполнению задания. Как сообщает ФСБ, житель Гусь-Хрустального через мобильную связь и интернет сам пытался выйти на представителей иностранных государств, в том числе Украины, для получения вознаграждения за совершение действий, направленных на нанесение ущерба Российской Федерации. В ходе допроса подозреваемый не стал отрицать свою вину. С украинскими спецслужбами контактировали? Да. Деньги от украинских спецслужб получали? Да. Какие задания украинских спецслужб выполняли? Осуществлял сбор сведений о передвижении железнодорожных составов с военной техникой Владимирской области. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации. Оперативно-розыскные мероприятия и следствие. Действия продолжаются. Теперь жителю Гусь-Хрустального грозит до 8 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Алексей Домнин, 6 канал. В Вязниковском районе столкнулись две фуры. Есть пострадавшие. ДТП произошло в деревне Чудиново на 292-м километре федеральной трассы М7 «Волга». Сообщение с просьбой о помощи поступило в тревожное ведомство 5 октября после полуночи. К месту ЧП приехали 18 сотрудников оперативных служб. Кабина одного из грузовиков была сильно помята. Самостоятельно выбраться водителю не удалось. Спасатели провели деблокировку. Водитель грузового автомобиля МАТ 1991 года рождения, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода по правой полосе движения, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем ДАФ с полуприцепом под управлением водителя 1991 года рождения. После ДТП водитель МАНа был госпитализирован. По факту аварии правоохранители проводят проверку. Все обстоятельства уточняются. Два КАМАЗа столкнулись в Александровском районе. Авария произошла на 103-м километре автодороги М8 Холмогоры. Дорожная полиция зафиксировала инцидент 5 октября около 5 часов утра. Один из больших грузов перевозил песок. Тонны песчаного грунта рассыпались по дороге. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Водитель автомобиля КАМАЗ с полуприцепом 1991 года рождения допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем КАМАЗ с полуприцепом, которым управлял водитель 1963 года рождения. В результате данного происшествия виновник аварии был госпитализирован. По факту ДТП полицейские проводят проверку и выясняются все причины, которые привели к аварии. В поселке Мстера Вязниковского района загорелась заправочная станция. Пожар произошел утром 5 октября. Сообщение о возгорании поступило на пульт управления МЧС области в 10 часов утра. КЗС выехали 22 огнеборца на 8 единицах техники. Пожарным удалось вовремя остановить огонь и предотвратить взрыв. Общая площадь поражения огнем составила 1 квадратный метр. Информации о пострадавших пока нет. Причины ЧП устанавливаются. Бывший купеческий особняк в центре Владимира должны будут отреставрировать к 30 апреля 2027 года. Об этом сообщают в городской администрации. Речь идет об этом доме номер 11 на улице Дворянской. Здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 19 веке купцом и владельцем кирпичного завода Владимиром Тарасовым. В новейшее время здесь располагались магазин, бильярдная и ресторан «Клуб на Дворянской».
Дворянской. Последние годы особняк пустовал. Теперь стало известно, что городская администрация смогла найти арендатора. Срок действия договора 49 лет. С 19 октября 2023 года по 18 октября 2072 года. Арендатор обязуется поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание арендуемого здания, поддерживать фасад здания в надлежащем порядке и осуществлять его ремонт. В мэрии отметили, что ранее планировалось провести реставрацию особняка за счет средств городского бюджета. Но затем от этой идеи отказались, в том числе из-за дороговизны планируемого капремонта. Теперь реставрацией дома должна будет заняться компания ООО «Наследие». Именно она стала единственной фирмой, которая заявилась на аукцион по сдаче в аренду старинного особняка. В настоящее время стоимость годовой аренды составляет чуть более 560 тысяч рублей. Однако на время проведения восстановительных работ арендатор будет платить символическую сумму – 1 рубль в год. В будущем в здании планируется открыть общественно-деловой центр. Поскольку со дня заключения договора аренды до 30 апреля 2027 года люди должны проводить капитальный ремонт здания, на этот срок, вот до 30 апреля, значит, там чисто условно рубль в год. Ему дан срок, по моим данным, до 30 апреля 2027 года он должен закончить капитальный ремонт здания. Назначение здания для размещения общественно-делового центра. Это офисные помещения могут быть. Вместо сгоревшего дома – строительная бытовка. Бывший староста села Кумино третий год живет в маленьком вагончике. Нормальное жилье, по его словам, администрация ему не выдает. Вагончик стоит на камнях, с внешней стороны проведено электричество. В бытовке, в которой Юрию придется прожить уже третью зиму. Даже дали номер, оставшийся от сгоревшего дома. Письма от чиновников приходят на адрес «Строительная бытовка 14». Дом Юрия Балабонкина сгорел еще в 2021 году. Согласно заключению пожарно-технической экспертизы, причина возгорания – поджог. Виновника так и не нашли, дело приостановили. Подожгли 7 февраля 2021 года. Я находился в беспомощном состоянии, поджег это. Ну, подло поступили, меня оставили без дома, морозы были сильные. Значит, после этого я приехал с больницы, 10 февраля меня выписали, вот где-то примерно 16 февраля привез вагончик. Вагончик Юрий взял в кредит. С остальным после пожара ему помогали односельчане. Кто-то старую газовую плиту отдал, кто-то холодильник. Самому было тяжело справиться. Весь доход мужчины составляет пенсия по инвалидности в 12 800 рублей. Вот у меня здесь газовый баллон, вот газ, вот, вот это вот мой быт. Вот, вот обогреватель, вот хочу, ну, сакцентировать, обогреватель. Зимой не выключается ни на минуту. Крыша протекает. Крыша здесь полностью протекает. Летом я мою здесь посуду. Зимой шланг в избежание замерзания я отсоединяю. Вода течет отсюда. Здесь вот так расчищаю все. Юрий Балабонкин уверен, дом подожгли по заказу местных чиновников. Так, по словам погорельца, они решили запугать бывшего старосту, чтобы тот перестал писать жалобы в надзорные органы на бездействие районных властей. Сам же Юрий в роли старосты проводил постоянную активную работу на селе. Администрации ни сельской, ни районной вообще ничего не делали. В селах вообще ничего не делали. Вычистили водоем русло реки Бабки, опять за свой счет, опять собрали мы там что-то, опять же, около 70 тысяч денег я собрал, нам помогала областная администрация. Районная, ни сельская администрация нам не помогали. После того, как Юрий остался без дома, в администрацию муниципального образования Красносельская прокуратура подала исковое заявление о предоставлении нового места жительства погорельцу. Как рассказывает мужчина, чиновники продолжили войну против него и специально предоставили жилье на большом удалении от райцентра. Глава администрации МО Красносельский Сергей Юрьевич Блиновым остались один на один, и он мне сказал: вот я тебе предоставлю жилье там, где ты жить откажешься. Предоставили мне квартиру в 25 километров удаления, я ее ездил, смотрел, в село Горки и в поселке Энтузиаст. 23 километра удаления. В то же время мужчина разъясняет, ему, как инвалиду третьей группы, часто требуется медицинская помощь определенных врачей. При этом маршрутки в Горках, как говорит Юрий, ходят крайне редко. Мне необходима помощь
врачей, квалифицированные помощи. Иногда бывает там и Владимир нужно ехать к врачам. Жить Юрий хотел бы в своем родном селе. В свою очередь в областной прокуратуре разъяснили. Жилье было предложено погорельцу из маневренного фонда, то есть на время. Возможности предоставить другое жилье у муниципального образования Красносельское просто нет. А бывшему старости необходимо встать на очередь для получения постоянного места жительства. На территории Красносельского сельского поселения создан так называемый маневренный фонд. И заявителю предлагалось переехать в одно из помещений этого маневренного фонда. В настоящее время мужчина не стоит на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений, поскольку установка на учет носит инициативный, заявительный характер. Мужчина с заявлением о постановке на такой учет не обращался. Пообщаться с администрацией муниципального образования Красносельское нам не удалось. Глава, который взял трубку, разговаривать с нами наотрез отказался. Можете говорить, да? Нет. А когда я могу вам перезвонить в ближайшее? Не нужно перезвонить. Не хочу с вами общаться. Ситуацию пообещали прокомментировать в администрации Юрьев-Польского района, но по официальному запросу. Мы направили документ с просьбой разъяснить, возможно ли разместить Юрия Балабонкина ближе к районному центру. Сам же бывший староста села Кумино намерен обратиться уже в Генеральную прокуратуру и приемную президента. Мы продолжим следить за развитием событий. Маргарита Бычкова, Александр Агафонов, 6 канал. Во Владимире начался ремонт участка дороги на Большой Московской. Мэрии удалось сэкономить бюджет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На оставшиеся деньги Дмитрий Наумов решил отремонтировать дополнительный участок дороги. Работы на улице Большой Московской уже начались. Там приведут в порядок участок возле управления МВД от Богородицы Рождественского монастыря и до переулка Сушкова. Стоимость работ по контракту – почти 10 миллионов рублей. До конца октября компании ООО «Влад Автодор» предстоит отремонтировать около 500 метров дорожного покрытия. Во Владимирской области вырастили гигантскую тыкву. Такой овощ появился в личном подсобном хозяйстве Судогодского района. Его вес 200 килограммов. Тыкву специально выращивали для использования в сфере ландшафтного дизайна в Республике Казахстан, сообщили в Россельхознадзоре. Когда овощ прошел все необходимые проверки и получил сертификат, его отправили по назначению. Владимирские спортсмены завоевали 5 золотых медалей на международном турнире «Легенды гимнастики», который проходит в Республике Беларусь. Алексей Ростов взял 2 золота в разряде «Мастер спорта мужчины». Еще 2 первых места занял Савелий Съедин в таком же разряде среди юниоров. Лейла Васильева выиграла золото и 2 серебра в разряде «Мастер спорта женщины». Теперь гимнастам предстоит показать себя в финале в отдельных видах. Вот здесь 3 А минус Б, правильно? Да. Так, единичку приписали. Да. Домножаем. Да. А вот здесь-то? Учитель математики объясняет новую тему. 8 класс проходит упрощение рациональных выражений. В день у педагога по 7-8 уроков, а по субботам дополнительные занятия. Вечерами проверка тетрадей. Марина Лебедева работает в школе 27 лет. Сегодня она принимает поздравления от своих учеников. День учителя для нее особый праздник. Ее работа – образ жизни. Педагог учит детей не только точным наукам. Моя главная задача – научить не столько и не только знанием, а главное – умению думать и задавать им вопросы. А еще лучше, чтобы этот вопрос не имел однозначного ответа, чтобы они сами находили ответы. И именно идея поиска, смысл этого поиска – моя главная задача – научить их этому. А как же математика? Математика – средство. Марина Лебедева преподает в лингвистической гимназии. Гуманитарным дисциплинам здесь уделяют особое внимание. Учительница и сама признается, что еще 30 лет назад точные науки среди учеников были не в фаворе. Когда я пришла в эту гимназию, действительно крен был такой. Но это не значит, что математика была на вторых ролях. Просто первостепенное значение уделялось языкам. Со временем ситуация изменилась. Сейчас в лингвистической гимназии есть физико-математические и биологические классы. Но отношение к математике у ребят разное. Если честно, математику я не очень люблю. Но я обязана изучать, ну, просто чтобы закончить школу. Ну, я очень плохо понимал дроби и, наверное, уравнения. После этого я подошел к Марине Николаевне, моей учительнице математики, попросил ее мне помочь, она согласилась. Ходил к ней на спецкурсы по выходным, иногда на каникулах встречались. Вот полностью меня потянуло, и сейчас, в принципе, все хорошо у меня с математикой. Среди учеников 8 классов и сын Георгий. Как говорит сам мальчик, быть сыном учителя тяжело. О каждом его промахе Марина Лебедева узнает уже на ближайшей перемене. От своего требую в 5 раз, в 10 раз больше, чем у других. Он справляется?
Старается. Иногда защищает папа от мамы. Иногда домой приходишь, он говорит: так, все, классные руководители, мама осталась за дверью. Стать учителем Марина Лебедева мечтала с детства. Еще бы, перед глазами два ярких примера. Мама – учитель, дедушка – директор школы. О выборе профессии нисколько не жалела. Любовь детей бесценна и всегда искреннее, говорит педагог. А вот завоевать ее не всегда легко, особенно когда предмет сложный. В основе учебного процесса должна быть дружба, считает Марина Лебедева. А когда перед скобками стоит знак минус? Меняем знаки. Вообще здорово. Ну не круто ли? А ты его не поменял. Почти за 30 лет работы многие ученики стали Марине Лебедевой близкими друзьями. Одна из выпускниц – крестная мать ее сына. Хлопот с детьми всегда было много, вспоминает учительница. Однако признается, до конфликтов никогда не доводила. Я не сталкивалась с ситуацией, когда мне подкладывали жвачки, когда спиливали ножки стула, когда подкладывали кнопки. Хотя об этих ситуациях, честно говоря, слышала. Если подложат, что будете делать? Я задумаюсь. Это значит потеряно доверие. Наверное, уйду из школы. Сегодня Марина Лебедева – один из лучших учителей города. Звание подтверждает диплом педагог года. Как говорит математик, лучший подарок на День учителя – пятерки и личный успех каждого ребенка. Евгений Павлов, Егор Дикевич, 6 канал.